Всем привет, друзья! Сегодня мы смотрим на такую карту, как Бухалова 2. Ну, что о ней можно сказать? Ничего не указано, хотя написано, что добавлен там подсолнух, морковь, животные, какие эти свиньи, там телята, но этого нигде ничего нету. Техника у нас, в принципе, стандартная, но я даже зацикливаться сильно не буду, потому как мне карта не понравилась, она сыроватая, недоработанная. При заходе в игру техника разбросана вообще по всей карте, и переместить ее невозможно. Также автор говорил, добавлена рыба. Вот, судя по всему, где-то здесь она загружается. Песок добавлен, но этого в ценах нигде ничего нету. И вот хоть и стоит у меня мод Animation Tiger Map, по-моему, так он называется, для ворот. Но что-то как-то ничего не открывается. И процесс кит стоит, когда тут написано с 6-9 рабочий работают все там заводы, там станции, ну, ничего не открывается, не работает. Вот эта вот полоса непонятная какая-то над дорогой, вдоль всей дороги, как вы можете видеть. Ну, единственное, что хорошо, карта очень плавно работает, вообще производительность карты отличная, загрузилась быстро. Я думаю, в принципе, владельцев слабых компьютеров вообще удовлетворит карта, ну, процентов на 90 точно. Вот здесь у нас силосная база. Это, опять-таки, судя по всему, потому как здесь на карте ничего не указано, где тут что. Карта сама небольшая, как вы можете видеть. Поляна, они довольно крупные. Ну, я лично на ней играть не буду. Это мое мнение, я никому его не навязываю. Карта недоработана, сырая. Уверен, конечно, найдутся ее поклонники, это 100%. Я надеюсь, что автор карту доработает, она будет довольно-таки играбельная, замечательная карта. Текстуры здесь просто обалденная, такая деревушка где-то очень-очень далеко от города, наполовину заброшенная. Вот видите, воды нету, хотя должна быть, потому что когда туда заезжаешь, пишет, не заезжайте на глубину. Ну, вот само сам поселок Бухалова, видите, наполовину разрушенный. Дома такие ветхие, старые. Буквально поселок на 5 хат. Ну, давайте теперь немножко по технике перескочим, посмотрим, где она стоит. Вот один трактор у нас вот здесь вот находится. Непонятно где. А стоял он, это я уже выехал, стоял он вот здесь вот, вот так. Как видите, воды нету, а пишет, не заезжайте на глубину. Комбайн стоит посреди поля. Вот этот трактор, вообще он застрявший в текстурах. Видите, ни туда, ни сюда. А переместить его, смотрите, вернуть машину на ферму, да. Технику, инструменты нельзя вернуть на ферму, некуда ставить. Вот так вот. И что тут еще? Ага, и вот он, еще один наш трактор. Ну, это я его сюда пригнал, для того, чтобы показать, смотрите, яма какая под текстурами. Видите? Можно зайти под текстуры. Поэтому я не знаю. Карта явно сыровата.
Но на этом, наверное, будем заканчивать. На этом у меня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. А с вами был Френос. Всем удачи. Всем пока. А лучшие моды вы найдете на сайте modfs15.com. Заходим, скачиваем, наслаждаемся игрой.